Дорогие друзья, мы сейчас находимся на острове Сокровищ. Это точка, где красота всего окружаемости всего Сан-Франциско видна. Мы сейчас едем в город Сан-Франциско. Нам осталось пересечь Bay Bridge, вот этот, погулять в Сан-Франциско и выехать через мост Золотые Ворота. Итак, друзья, перед нами заезд на мостик. The Bay Bridge to the San Francisco. Мы въезжаем в сам город Сан-Франциско. Мы должны вклиниться сюда довольно непросто, но и не тяжело. Педаль до полика и полетели! Let's go! Лево, полетели? 50 миль спид-лимит, ограничение скорости, мы как раз едем 45, так что впереди еще пробка. Итак, друзья, вот это знаменательный въезд в сам город Сан-Франциско. I'll see the veins of my city like they do in space. It's filling up fast with the wicked games and the flames. How can I fight with the fun again when I'm known? Лео! Лео, смотри, мы въезжаем в город! Аж открыл рот. Как тебе, Лео, Сан-Франциско? Нравится? Cool, Лео, cool. Is it nice? Посмотри за мостик. Смотри, Лео, какие дома высокие. А как небоскреб на английском? Skyscraper. Скажи, sky. Scraper. И тут, наверное, самый высокий дом, наверное, этажей 40, не? Может больше. То есть Сан-Франциско не славится своими высокими зданиями, потому что здесь бывают землетрясения, но архитектура здесь хороша. Да. Вот там мы видим корабли, которые, катера, принимают тур на Алькатрас, в тюрьму Алькатрас. Платишь баксов 25-30 и тебя везут в тюрьму. Если ты хорошо себя ведешь, тебя возвращают. Если плохо, вас там оставляют навсегда. Это, конечно, шутка, дети, не пугайтесь. А добро пожаловать! Если кто-то едет сюда, в Сан-Франциско, мы вас можем провести к вам тур. Такой намек. Тур на родной украинско-русской мове. Итак, мы съезжаем на улицу Folsom Fremont. Exit. Два новых домика, их не было. Три, лет пять назад их не было, сейчас они здесь. Три или два, не помню. Да, кстати. А вон реклама Zootopia. Смотри. Они видны. Мультики рекламируются в 3D. 4 марта фильм будет выходить. А Настя, мы едем туда прямо, да? Или уже когда выедем, у нас уехали, да? Да. Мы въезжаем. И вот сам есть город. Downtown. Business district. Здесь в основном бизнес-офисы. Ну, немножко есть этих жилых домов. Но в основном здесь все бизнес-центры. Как ни странно, пустая дорога. Да, ну сегодня... Такое впечатление, что мы одни... Сегодня праздник. Город. Все бизнеса закрыты. Сегодня день президента. Поэтому сегодня выходные. Пробки маленькие. Трафик. Трафик is good. И добро пожаловать в центр. Центр. И почему-то всегда из этих больших домов высоких всегда темно в самом даунтауне. Потому что закрывают солнце высокоэтажные домики. Лео, ну как тебе? Леочка? Тебе нравится, что ты видишь? Do you like it? Лео углубился в свои мысли и думает о чем-то своем. Наш папа за рулем. Здравствуйте, Лео. Самый лучший водитель. Я одной рукой веду. Шутка. Лео, люблю
Ксюша. Be careful. Что-то еще строят, гляньте. Тут вечно все строится. Да. Salesforce. Всегда большие города строились. Большие города. Итак, мы выезжаем на Front Street. The Embarcadero. Улица, которая идет по набережной. Соединяет бейсбольный зал или поле, не знаю. И по всему идет, по всему пирсу. Это пир номер один. Это порт, да? Да, порт причал. Порт. Здесь приезжают огромные корабли. Тур по всяким... И не только туры. Тут даже такие большие корабли, как... который такой... В Аляску ездит. В Гавайи. Много-много круиза. Вот здесь именно пришвартовывают. Припортовывают. Да? Стоит? Не, ну сейчас маленькие корабли. Здесь такие, а такие 12-этажные. На которых стоят. Мы ездили. Помнишь, да. Такие огромные? И вот здесь люди... Если вы соскучились за людьми... Вот трамвайчик, смотри, какой классный. Лео, смотри. Рейл... Трамвайчик. Если вы соскучились за людьми, живя в Америке, приезжайте вот сюда. Здесь их миллионы, миллиарды. А вон маленькие кораблики есть. А, ну там маленькие, да. Там больше, видишь? Смотри, на велосипедах все семейство едет. Прикольно. Лео, скажи, байк. Да, на велосипеде, возле мальчика. Мальчики на байках. Возле мальчика, выходи, смотри, на велосипеде. Лео, ля. Мальчик, девочка на велосипеде. Ой, видишь? Девочка, ой, еще маленькая. Семейный тур. Только два хлопца, один девчонка. Ты хочешь... На качельке кататься, зайка? Он сказал, корсет. А, корсет, это... Смотри, шарики раздают. Балунс. Всякие развлекательные вещи. А здесь эксплораториум. Сюда приезжает часто цирк, выпускают в каком-то из этих зданий. Цирк, русский даже цирк. Итак, друзья дорогие, если вы хотите попасть в Сан-Франциско, вам обязательно просто нужно попасть вот сюда. Пир 39. Пир – это причал 39. Это самая туристическая зона в Сан-Франциско. Здесь представления, шоу, приколы всякие. Ну, все, все, музыка для детей. This is the best place for children, or not only children, for tourists, if you're visiting San Francisco. Если вы посещаете Сан-Франциско, вот сюда. Пир 39. Все запомнили? Скажи, Лео, пир 39. Все, молодец. Итак, мы проезжаем шоу. Это сцены. Это все дорожки. Это сцены для шоу, которое в основном вечером будет. Если у нас сегодня будет вечером время, мы можем сюда посетить. Здесь брейк-дансы, художники, комедия. Короче, каждая вся площадь, вот это все с правой стороны, все забито. А слева находятся магазины для туристов. Да, футболки с... Все, что значками Калифорния. А вот тут что-то поют. У них какой-то концерт. А, уже с микрофоном. А, Манечка, заснимем, он робот, вот это самый прикол. Вот Сан-Франциско у меня ассоциируется с этим приколом. This is San Francisco, ladies and gentlemen. Вот эти роботы. Нет, Анечка. Thank you.
Здесь всегда толпы народа, как мы уже заметили. Вот в этом месте, дорогие туристы, если вы будете здесь идти, здесь вас встретит бушмен. За мусорным ящиком сидит черный мужик, закрыл себя кустами. Сейчас его нет, наверное, но я кусты вижу, вон кусты, видишь? Да. И когда люди идут, они не ожидают ничего, он раскрывает кусты и орет. И люди шахаются, а на этой стороне дороги стоят все зрители и наблюдают. Какая прикольная реакция людей. Честно, это прикольно, вон кусты остались. И ради этого стоит сюда приехать и посмотреть. Вечером, я думаю, будет шоу. И потом он ходит, собирает пожертвования за его шоу. На испуге людей зарабатывает бабки. Дороже, чем обычно. Не, цена та же самая. Вот перед нами стоит значок In-N-Out. For all the tourists, кто приезжает в Калифорнию, остановитесь, пожалуйста, в этом фастфуд-ресторане. Это единственный фастфуд-ресторан, в котором нет морозильника. Держите, пожалуйста, камеру. А вот если посмотреть туда, там начинаются горы, Сан-Франциско и вся красота. Видно? Угу. По противоположной полосе идем. Объезжаем. А мы здесь были, нет? Были везде. Вот In-N-Out, о котором мы говорим. Наш любимый фастфуд ресторан. In-N-Out. Там очень-очень простое меню, но очень вкусное. И тут очереди, огромные всегда очереди. А мы с Анечкой были вот в этом ресторане. Kiponios. Итальянский ресторан и бар. Очень романтическое, очень прикольно. И не так и дорого, как можно испугаться. Для Сан-Франциско. Да, для Сан-Франциско это классно. Смотри, как романтически. Seafood, морская пища. А вот этой гостинице, не в этой, в следующей, можно, если вы хотите комфортно сходить в комнату отдыха, I mean restroom, добро пожаловать вот сюда. Argonaut Hotel. Здесь ночь стоит $400. Ну, тут вид, понятно. Итак, мы сейчас поворачиваем налево и едем к океану, где мы будем кушать. Пропускаем. Итак, друзья, посмотрите на гору. Look at this. Анечка, видно гору саму? И по таким горам ходит трамвай. Вы можете себе представить? А вот трамвай обстановка, остановка трамваев, классических да, таких. Классический этот. Надо как-то проехать, может да. Сегодня, Ань? Такие уютные. Такие деревянные. О, смотри, какая тачка, смотри. Собачка, скажи, собачка. Поехали дальше, нам на 101, вот сюда направо. And let's go. Лео, пожарки нет пожарки. Как ты там чувствуешь себя, Лео? Как у тебя дела? Хорошо ли? Или тебе тепло? Окей, едем дальше. К 101. Рядом с нами типичные дома города Сан-Франциско. Так они почти все выглядят. Большинство из них. Очень узкие, но высокие. Этажа 3, 2, 4. Под низом гаражи в основном. А сверху жизнь. Сегодня очень хорошая погода, как видите, люди просто в футболках, майках, шортах ходят по городу. Это у нас красный свет, зеленый, поехали. Такая тишина по сравнению, где мы только что были, на пир, на причале. А здесь тишина. Здесь троллейбусы развиты очень сильно. Здесь не очень выгодно иметь автомобиль, потому что очень огромные пробки, очень дорогие парковки и так дальше. А большинство людей здесь используется общественный транспорт. Public transportation. Кстати, смотри, как дорога выходит. Друзья, вы видите, что перед нами? Анечка, приблизи. Мы едем к мосту Золотые Ворота. Кстати, романтический такой райончик. Люди гуляют. Празднуют президентские дни. День сегодня никто не работает. Ну, не знаю, мы не работаем. Мы вообще никогда не работаем.
трудимся. И мы выезжаем на еще один причал for marina. Или как называется причал для лодок по-русски? Никто не знает. Я тоже не знаю. Вот здесь множество лодок, катеров стоят. Лодочная станция. И сюда все приезжают и гуляют. Ну, это продолжение, в общем. Называется лодочная станция. А, вот это домики. Классно. Тут надо скоро купить один из этих домов. Квартирок 4 там. И сдавать их в аренду. А, вот это настоящее празднование. Празднование праздника. Люди играют в волейбол. Загорают. Празднуют настоящую зиму. Итак, едем по Presidio Bridge. Или улица. А тут вентиляция в мостах. Смотрите, как прикольно. Что мы любим делать здесь, Лео? Сигналить! Круто! Лео, ты со мной? Как там, Лео? Привет! Как тебе мост? Едем дальше. Перед нами открывается пейзаж. The beautiful scenery of San Francisco Golden Gate Bridge. Под низом классный парк, где можно классный пикник устроить. И сейчас улица Первый Фривей. Вот это легендарный Первый Фривей, на котором все, которые в Калифорнию приезжают, хотят покататься. Итак, друзья, это грандиозный въезд to the Golden Gate Bridge, который славится всем. 777, включая даже плохим. Здесь много людей потеряли жизни добровольно. Но мы в него не заезжаем. Вон он. Потому что мы едем на пляж. Рядом стоящий пляж. И нам сюда, а потом туда. Ну, короче, будем видеть. Как говорит Миша Япончик, будем посмотреть. Итак, перед нами стоит океанище. Ну как, это еще... Мы не видим горизонта еще. Потому что мы сейчас на островах, в заливах и так дальше. Но красота великолепнейшая. И вот наш Baker Beach. Мы сейчас едем вот сюда вниз. Посмотри камерой. Вот, вон, вон. Миллионы людей там. И мы будем одни из них. Вы готовы? А там дальше Япония. Да, Япония вообще далеко. Ну, если ехать прямо. Итак, дорогой друг, ladies and gentlemen. Хотя мы сказали, что сегодня выходной. Мало было машин на фривее. А вот все собрались в эти достопримечательные места. И мы с большущим трудом, минут 30 искали парковку. И вот мы втулились. И слава богу, мы нашли эту парковку. Иначе мы бы еще мучились. Большим трудом. So, это были дороги из Сан-Франциско. Леонардо еще живой там? Где наш сын? Танечка, ну дай пролезу. А, да! Леонардо, привет! Лео! Ты куда была? Давайте расстегну. Давай, расстегивайся. Вот так. А теперь говори в камеру. Спасибо всем, что вы с нами катались по Сан-Франциско. Thank you very much. Подписываемся на канал и ставьте лайк. Пока. Свет, ну выключай.